В Петропавловске флешмоб провели полицейские. Цифру 25 стражи порядка выстроили на служебных машинах. Участие в акции приняли 80 молодых сотрудников. Все они родились в год, когда наша страна обрела суверенитет. Затем полицейские выпустили в небо небесно-голубые и желтые воздушные шары. Они символизируют флаг нашей страны. Я горжусь, что являюсь ровесником независимой Республики Казахстан. Самое главное достижение нашей стране – это мир и спокойствие. Обещаю, мы, молодое поколение, будем стоять на защите правопорядка в нашем регионе. Северо-казахстанцы могут спать спокойно.